Хафф, кстати, один из активных участников мирового туринга. В частности, сейчас, в последнее время, он обсуждает вполне серьезно с промоутером мирового туринга изменение системы весовых гандикапов, потому что ему кажется, что 60 килограммов – это недостаточные весовые гандикапы. Невозможно таким весом урегулировать. Есть контакт! Пичито Лопес и Тьяго Монтейру. И в этот момент Маченьхуа проскакивает вперед Пичито Лопеса, оставляя его на третьем месте для непосредственного выяснения отношений с Иваном Мюллером, который теперь на хвосте Пичито Лопеса. Был ли какой-то контакт между Лопесом и Монтейру, непонятно, но Монтейру прям отлетел в сторону. Смотрите, вот этот момент. Монтейру открыл калитку, теперь пытается закрыть калитку для Лопеса. Они поравнялись, Ситроен и Хонда. И в этот момент, да, есть контакт, естественно. Лопес подтолкнул Монтейру, Монтейру за бортом. И теперь Маченьхуа на второй позиции. А Пичито Лопес третий. Вот обгон Маченьхуа. Лопес чуть-чуть замедлился в тот момент, когда увидел, что Тьяго Монтейру улетел долой с трассы.